Так, красавчик Нильс, мальчишечка, свободен и ищет самую ответственную, самую надежную, прекрасную семью. Замечательный мальчик, достаточно спокойный, вот такой красотунчик. Давай, присядь, солнышко. Пожалуйста, присядь. Присядь. Спасибо, спасибо. Молодец. Да, вот такой. Вот, красивенный, красивенный мальчик Нильс. Мальчик полностью привит, имеет документы, клеймо, приучен к туалету, к спа-процедурам, вот, к расчесыванию. Да, мой золотой, немножко боится, да, потому что сидит на высоком столе, а так вообще замечательный ребенок, контактный, общительный, такой нежный, спокойный, очень прекрасно перенес купание, все, даже не пытался ни убежать, ни отвернуться, стойко, как мужчина, полностью мы покупались, расчесались, вычесали там колтуны у нас были немножко, вообще без проблем, прям такой послушный-послушный зайка, да, ты послушный мой золотой мальчишечка, вот посмотрите какой мальчик стандартного размерчика, не крупный, ну вот, вот, вот такой вот. Красивый, красивый. Да, давай, вот так, давай посмотрим. Вот. Вот, вот такой мальчик. Такой красавец. Да, все, не буду, не буду, не буду. Такой вот он. Не толстый. По спиночке. Хороший, хороший мальчик. Прям замечательный. Да, присаживайся, котеночек. Молодец. Ай, умничка, да. Вот такой красотунчик. Ждет мамочку, папочку, готов вас радовать долгие-долгие годы. Кто мечтал о прекрасном сыночке, о мальчишечке, пожалуйста, вот он, ну красавец, просто замечательный, да, золотой мальчишечка, уже перецвет идет, уже видно его, какой будет окрас, будет золото-платина, да, замечательный, да, вот такой сладкий мальчик. Можно в семью с детками. Ну, всегда, пожалуйста, своим деткам рассказывайте, что нужно с собачкой быть осторожным. Нельзя ее таскать, нельзя за хвост, за уши. Да, вот, вот так, да, там, вот так, нагавкали там. Да, и ты хочешь побежать? Да, конечно, хочет побежать совсем. Вот такой прекрасный мальчик. Мальчик уже в этот четверг, который будет в будущем, может отправиться, ну, в принципе, в любую точку мира. Доставочка. У нас уже будут ехать детки. Можем захватить и его для компании. Да, золотой мой? Вот такой красотунчик. Мальчик Нильс. Красавец. Кого мальчишечка заинтересовал? По стоимости, по доставочке, пожалуйста, все вопросики в личные сообщения. Вайбер, ватсап, телеграм, телефончик под видео. Всегда рада пообщаться, рассказать что-то, может быть, дополнительно нужно. Какая-то информация. Ну вот, вот, прекраснейший ребенок. Ждем вас, мамочки, папочки. Вот на этого прекрасного ребенка. Ай, золотой, красавец, красавец. Очень красивый. Ну, это и видно.